Всем привет. Только что встретился с подписчицей в кафетерии вот здесь вот. Вот она работает кондуктором. Мы с ней предварительно созвонились, и она вот такие вот принесла 1-гривневые монеты 96-го года. Насобирала за несколько лет, работая в маршрутке. 62 штуки здесь. Сейчас могу любые вам достать отсюда и покажем. Вот они здесь все. Итак, по сумме здесь у нас получилось, значит, я купил по 140 гривен 62 штуки. Вот столько я и заплатил, 8680 гривен. А кто-то может посчитать, что это дорого, но я смотрю наперед, и монетка будет только дорожать. Поэтому цена отличная. И с точки инвестиции, и с точки заработка, потому что под Новый год должна вырасти в цене. Ну вот как-то так. Такой целый пакетик здесь. 62 штуки. Если честно, первый раз такое количество покупаю. Вот так вот, работая в маршрутке, можно неплохо подзаработать. Сейчас еще достану отсюда, чтоб не думали, что здесь какие-то другие годы. Все 96-го. Если даже по 150, то есть там у меня зазор, посчитайте сами, умножьте на 62, и получится небольшая моя разница. Но это на данный момент. Мы подождем до Нового года. Цена должна подняться. Потому что гривна 96-го летит вверх, конечно, просто как ураган. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!